57 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни атакують одразу на кількох ділянках. За даними Генштабу, найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там зафіксували 46 ворожих атак, майже стільки ж на сусідньому Курахівському напрямку. Крім того, Генеральний штаб повідомляє про спроби окупантів прорвати українську лінію оборони поблизу Куп'янська, Лимана і Торецька. Та сили оборони стримують росіян. На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе. І більше про оперативну ситуацію там розпитає Олександра з позивним «Фортуна», начальника штабу РДК. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! І хочу почати з цієї цікавої інформації. В Інституті вивчення війни припускали, що силам оборони вдалося зайти на агрегатний завод, де були заблоковані російські окупанти. Висновки вони дійшли таких по ударах, які російські війська завдали по цьому об'єкту. Захід на агрегатний завод сил оборони спростували в оту Харків. Але поясніть, а що тоді було? Що це за удари? Невже вони знищували своїх? Ну, давайте так скажем, на агрегатном заводе на сегодняшний момент находится определенный гарнизон противника. Находится он там с мая, получается, ну, приблизительно с мая. Они находятся в условном таком оперативном окружении. И агрегатный завод – это, в принципе, достаточно большая укрепленная территория, которую можно использовать в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения. Соответственно, он, конечно, противнику интересен. Вот. Извиняюсь. Следовательно, боевые действия сейчас ведутся не только на агрегатном заводе, они ведутся вообще по всей южной половине Волчанска. Ну, армия Российской Федерации, она особо ничем не удивляет. Она буквально два дня назад на свои позиции сбрасывала КАБы, например. Тобто їхня ціль була уразити сили оборони, я так розумію, але вони готові жертвувати. Конечно. Ви самі сказали, що з травня місяця. Цікаво, що це за підрозділ, тому що я можу собі припустити, що це якийсь спецпідрозділ. Це не проста піхота, якщо вони 4 місяці тримають оборону, і цікава їхня чисельність там. Я бы не торопился с выводами, что это какие-то представители спецподразделений. Там на самом деле такая достаточно сборная солянка. Там есть и специалисты, есть и обычные контрактники, и есть представители «Шторм-Z». Ну, то есть там достаточно разношерстная публика. Вот. Оборону при должном уровни распределения ресурсов можно там достаточно долго держать, поскольку это все-таки предприятие, и в целом это такой, как Донецкий аэропорт, наверное, в какой-то степени. Тобто, ви сказали, що умовне оточення. Я правильно розумію, вони і не намагаються вирватися звідти, але логістично. Тоді хто їм підвозить, яким чином боєприпаси? Они пытаются направить туда людей на подкрепление, делают это на постоянной основе, людей направляют пешим порядком, людей направляют на бронетехнике, на транспортный, то есть стоим ТЛБ. Ну, давайте так скажем, я не хочу там какие-то большие громкие цифры озвучивать, но за несколько дней удалось предотвратить, допустим, прорыв на 4 МТЛБ, они были уничтожены. Все, они пытаются создать определенный коридор. Вот и все. А за рахунок чего? Яке найбільш ефективне озброєння нині от були знищені ці МТЛБ? Ну, там достаточно много всего используется. Если мы говорим про пехоту, то пехота, естественно, передвигается либо пешком, либо на МТЛБ. Используется и артиллерия для подавления сил обороны, используется авиация, используется, ну, множество всего, минометные обстрелы происходят на регулярной основе. То есть им важно этот плацдарм соединить с частью оккупированной временно территории Волчанска. Это примерно 30% населенного пункта на север. Ну, она такая тоже, я бы не сказал, что это жестко удерживаемая территория, поскольку там, по большому счету, только наблюдательные пункты противника, огневые точки. Ну, то есть там свободного перемещения у армии противника не существует. У них есть свободное перемещение только до
ну, давайте так скажем, КПП Шебекина. То есть от КПП Шебекина они уже попадают под огневой контроль сил обороны. Ну и, соответственно, на свой страх и риск пытаются заехать в Волчанск. Волчанск они превратили в руины. То есть там нет особо каких-то мест, где можно держать оборону стабильную. Вот помимо нескольких точек, я не буду называть, конечно, какие. В основном это руины, где возможно организовать только наблюдательные пункты, точечные для пехоты. Курська операція. А який її вплив на оперативну ситуацію на цій ділянці Вовчанськ-Липці? Сложно сказать. Мне кажется, курская операция, она там своей жизнью живет. Не могу сказать, что есть какое-то отвлечение туда войск противника с харьковского направления. В целом, если посмотреть динамику, допустим, за последний месяц боев, которые здесь, то да, здесь потише, так скажем, стало со стороны противника. То есть у них наступательный потенциал закончился. Это больше такая оппозиционная история. Стало ли это следствием того, что войска были перекинуты там частично на курское направление? Ну, возможно. Пане Олександре, я вам дякую за те, що бороните нас і за те, що змогли з нами поспілкуватися, знайшли таку можливість. Це був Олександр, позивний Фортуна, начальник штабу РДК.